Всем привет! В этом видео мы с вами посмотрим на робот-пылесос. С док-станцией. Крутой, интересный, технологичный. Все, как мы с вами любим. Так что давайте будем разбираться, как это все работает вместе. Полное наименование модели данного робота-пылесоса Lista W2 Edge. И это достаточно любопытное решение с док-станцией. Давайте распакуем для начала и посмотрим, что у нас идет в комплекте. Первым нас встречает вот такой вот коврик. Он размещается на полу. Есть инструкция. Да, вот такая подробная. А также сам робот пылесос. И давайте достанем его из пакета. Вот так. Ну и, конечно, у нас ниже находится док-станция. Ну а в ней уже есть дополнительный маленький картонный ящик, где находится 4 микрофибры на вот таких кружочках. Соответственно, 2 вы используете, 2 у вас будут запасными. Кроме того, есть дополнительный фильтр кепа, а также вот такой ёршик для чистки. Кстати, сделан хорошо, прям максимально добротный. Ну и, конечно, у нас здесь есть кабель питания и дополнительно еще один мешок для сбора сухого мусора из самого робота-пылесоса. Устанавливаем док-станцию на коврик для того, чтобы она максимально плотно находилась на поверхности и таким образом не будет перемещаться, смещаться, ездить и так далее, когда робот-пылесос будет парковаться к ней. Открываем верхний бак, и здесь у нас находится отсек для грязной воды и отсек для чистой воды. Соответственно, вы просто его достаете, выливаете, вот серенький у нас грязный, и есть у нас, конечно же, вот такой вот дополнительный, куда будет заливаться чистая вода. И отдельно есть у нас мешочек для сброса сухого мусора самого робота-пылесоса. То есть, по сути, микрофибра будет промываться именно водой, а весь мусор будет сбрасываться вот в такой вот мешочек. Воду набирать можно следующим образом. Вы просто открываете контейнер, заливаете туда воду из бутылки чистую, как это делаю я. Ну а если же вас этот вариант не устраивает, то здесь есть отдельно отсек для того, чтобы вы могли именно заливать все из-под крана. Главное, чтобы он просто поместился и был достаточно высоким. Ну и вот такая вот есть история со щеточкой и лезвием для очистки волос и всего, что может накрутиться на сам робот-пылесос. Очень крутая индикация, дисплей находится на самой док-станции, но давайте будем переходить к уборке, и я вам расскажу сейчас про характеристики данного пылесоса. Это мощность 8000 паскалей, объем резервуара для воды 4 литра, на котором мы с вами смотрели, емкость батареи 6400 мАч, до 100 квадратов легко справляется, убирает. Ну и, конечно, нужно понимать, вес самого пылесоса 4,1 килограмма, то есть он, в принципе, достаточно увесистый, и параллельно с этим как раз оттуда и берется основная мощность. То есть, действительно, размещение технологической базы данного робота-пылесоса внутри не вызывает никаких вопросов. Интересной особенностью является то, что у него есть выдвижная механическая рука, лапка, называйте как хотите. По сути, это вот та самая микрофибра, которая выдвигается от корпуса самого робота-пылесоса и может пробираться в самые труднодоступные места. Вот, например, как здесь у меня под шкаф, вдоль стен, и повышает таким образом эффективность уборки. Ну и, конечно, заметьте, как только он убрался, понял, что все, вдоль стены не еду, он ее снова убрал в стандартное положение. Давайте переходить к софту. Здесь, кстати, есть некие нюансы и моменты. У меня софт работал средне, то есть были легкие подтормаживания. Возможно, мне так повезло, возможно, какие-то работы идут или какие-то другие вещи, но имейте в виду. Это я говорю про приложение для iOS. По функционалу, как видите, можно задать расписание, то есть когда будет выезжать, какие будут режимы активны в этом моменте. Далее мы можем использовать пульт дистанционного управления, то есть управлять своим роботом-пылесосом, задать язык, которым он будет разговаривать, 3 режим громкости, низкий, средний и высокий. Также есть режим не беспокоить, когда он не будет выезжать совсем и не будет вас докучать. Автоусиление, избегание ковров и, конечно же, саму базовую станцию вы тоже можете следующим образом настроить. Вот, например, очистка швабры позволит вам каждые 6 минут ее очищать, то есть повышается гигиеничность уборки. Можно найти сам пылесос, либо сбросить его до заводских настроек. В плане основного функционала выбираем область, в которой будет убираться, и он будет убираться. Областью могут быть те же комнаты. Можно указать точку, можно указать уборку на месте, то есть рядом с самой док-станцией, а также задать зону уборки. Ну и, конечно, поиграться с картой, указать место, куда заезжать не должен. Возможно, у вас там будет стоять миски с кормом для домашних животных. А также вы можете объединить комнаты, разделить комнаты. Все это как раз доступно здесь и сейчас, прямо внутри самого мобильного
приложения, и робот-пылесос будет на эти дела опираться. Ну и основные настройки, режим мощности, подачи воды, все это здесь тоже регулируется. Ну и вот сейчас робот-пылесос, естественно, автоматически возвращается на свою зарядную док-станцию и будет себя там очищать. Но очень прикольная функция, наверное, которую тоже стоит выделить, что убираться можно теплой водой и горячей водой. И вот это является серьезным плюсом. Прогревает он, кстати, воду до 60 градусов таким образом и эффективно очищает свою микрофибру, и полы поможет помыть эффективно. Что получается по итогам? Данная модель робота-пылесоса — это отличная возможность делегировать часть бытовых домашних дел роботу. Да, мы дожили до того момента, когда робот-пылесос может справляться совсем самостоятельно. Большое количество алгоритмов, технологий, действительно он эффективный, и это немаловажно, что еще и док-станция присутствует для того, чтобы вы особо не заморачивались его чисткой. Таким образом, это добавляет ему правильной автономности. Ну а вы получаете результат. А это самый важный аспект из всех, что только может быть. Актуальную цену смотрите по ссылке в описании. И, конечно, не забывайте поставить большой палец вверх, подписаться на канал там, где смотрите. Нажимайте на колокольчик два раза, чтобы не пропустить выход новых видео. И, конечно же, переходите по QR-коду либо по ссылке в описании в наш телеграм-канал. Много крутого эксклюзивного контента. Скидки, предложения, акции, бонусы, анонсы мероприятий – все там. И, естественно, мы много не постим. Постим только самое важное и интересное. Для того, чтобы ты получал правильный максимум.